На этих публичных слушаниях официальных лиц и представителей СМИ собралось больше, чем простых зрителей. Рассматривался всего один вопрос, и тот частного характера. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Проще говоря, в 2011 году человек приобрел земельный участок для садоводства в районе Ташкенова. Построил на нем дом, но оформить не может, потому что спустя несколько лет его участок попал в охранную зону аэропорта с повышенным уровнем шума. Но аэропорт в Нефтекамске так никто и не запустил, а потому риск возникновения шума маловероятен. Из пяти собравшихся вопросов ни у одного не возникло. Все пришедшие единогласно поддержали заявителя.